Как может Харбин, музыкальная столица, обойтись без музыкальной кампании? По выходным одно за другим идут замечательные выступления, такие как оперы, концерты народной музыки и симфонические концерты, позволяющие людям наслаждаться музыкой. В выходные дни в концертном зале старинной синагоги исполняется трехактная опера «Дама с камериями». Театр оперы и балета Хэйлунцзяна мастерски исполнил классическую оперу «Дама с камериями» в камерном музыкальном оформлении и представил ее зрителям. Я приехала из города Чанша, провинции Хунань, и обнаружила, что здесь есть синагога. Я подумала, что в ней должна царить художественная атмосфера, поэтому я зашла. Мы первые в стране, кто превратил полноценную масштабную оперу в камерное представление. Это наша инициатива. Мы сделали много аранжировок, чтобы соответствовать простой и элегантной форме старого зала. В концертном зале старинной синагоги можно не только насладиться элегантной оперой, но и ощутить молодой задор. Вечером многие люди опьянены концертом народной музыки, полным юношеской и романтической атмосферы. В Харбине царит атмосфера музыки. Прослушивание такой музыки в свободное время расслабляет тело и разум. В выходные дни в Харбинском концертном зале также состоялся симфонический концерт «Романтика». Знаменитый скрипач и дирижер Ян Сяою, родившийся в Харбине, исполнил классические зарубежные произведения в новой вариации аранжировки. Это также обращайте. Каждый раз, когда я выступаю в Харбине, я чувствую, что Харбин сильно отличается от других городов. Я всегда готов посвятить своему родному городу более чистое искусство.